В Балакове отгремел, по-другому и не скажешь, День химика. Череду мероприятий, приуроченных к этому празднику, завершил грандиозный концерт звезд российской эстрады. Задолго до его начала на центральной площади города начали собираться зрители, которые ждали выхода своих любимых артистов. Скажи, на кого сегодня пришла посмотреть? Может быть, кто-то из твоих любимых певцов выступает сегодня? Да, певица Нюша. Какую-нибудь песню напеть сможешь ее? Выбирай свое чудо. Все? Это твоя любимая? Да, я под эту музыку танцевала на сцене. Хотим поздравить весь город с праздником. Всем отличного настроения, здоровья, успехов, удачи и всего самого наилучшего. Сегодня праздник отличный. Замечательно. Балаковский апатит. Хороший праздник сделал нашему городу. Молодцы. Что больше всего понравилось? Пока. Атмосфера. С Днем химика в нашем городе можно поздравить, наверное, каждого, потому что в химической отрасли работают тысячи балаковцев. Наверное, поэтому и праздник стал по-настоящему общегородским. Я поздравляю всех химиков, не только работников компании «Фосагро», балаковского филиала «Апатит», а вообще всех работников, которые заняты в химической промышленности в городе Балаково, а их очень много. Желать всем счастья, успеха, любви, благополучия. Организатор праздника, компания «Фосагро», сделала все, чтобы публике было комфортно. Фан-зона была расположена максимально близко к сцене, чтобы артисты могли взаимодействовать со своими поклонниками. А огромные экраны позволяли видеть происходящее на сцене зрителям, которые находились даже в самых дальних уголках площади. Руки прочь! По-моему, руки прочь еще посоединились. Хорошо, включаем руки прочь. Еще раз поем. Давайте тогда поактивнее, еще активнее. Максимум. Молчание истерика, словами как истерика. Дым с никотином, любовь. Такие разные солисты группы «Мохито» открыли танцевальный вечер. И несмотря на то, что эти исполнители не были хедлайнерами, именно они зажгли публику. В фан-зоне собрались тысячи поклонников их творчества, которые подпевали каждую песню. И артисты оценили сердечный прием балаковских зрителей. Публика приняла очень горячо. С первых нот, считай, сразу же вышли и даже сами, честно говоря, не ожидали, но приятно было. Да, люди танцевали, пели вместе с нами, веселились, в общем, праздновали на полную катушку. Если говорить о музыке, то очень классно, когда возникает химия между артистом и публикой, когда они смотрят вот тебе в глаза, там, машут рукой, и ты тоже на них смотришь, и вот из толпы умудриться выделить какой-нибудь один взгляд, поймать его и ответить взаимностью. Это уже вот химия, это, да. Это прям возникнет химия. Да, возникнет химия. Не менее душевно приняла балаковская публика и следующих исполнителей, и мужской хор «Магнетус». Эти ребята ломают устоявшиеся стереотипы о хоре. В их исполнении хиты разных лет звучат по-новому. Балаковцы услышали и песни советской эстрады, и рок-композиции, и, на удивление зрителей, хит легендарного Майкла Джексона «Билли Джин». Мы очень рады, что смогли здесь оставить частичку своей души, своих голосов, самого дорогого, что у нас есть. И, конечно же, хочется пожелать в День химика всем труженикам этого города, всем жителям этого города, чтобы в их домах были мир, добро, любовь, здоровье, благополучие. Мы желаем счастья вам, желаем счастья в мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам. И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Кульминацией вечера стало появление на сцене певицы Нюши, выступление которой началось с яркого шоу. Привет, Балакова! Как ваше настроение? Дорогие мои, я очень рада приехать к вам в гости вместе со своей командой. Мы от всей души поздравляем вас с Днем химика! Праздником! И хочется провести этот вечер максимально позитивно. Яркая, красивая, талантливая Нюша покорила сердца балаковской публики. Она не просто исполняла песни. Певица со сцены постоянно общалась со своими поклонниками. И они отвечали взаимностью, подпевали все ее песни. По приблизительным
подсчетам, на День химика в этот раз собрались около 30 тысяч балаковцев. Казалось, площадь еле вмещала всех желающих приобщиться к празднику. И заключительным подарком этого вечера стал красивый салют, который длился почти 10 минут.